పాపరోగాదిగ్రస్తానాం ప్రజానాం ఆర్తినాశకం ధన్వంతరి సమం వైద్యం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీకృష్ణార్యతనుజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. So yesterday we were discussing about andrographis. So andrographis we can give in mother tincture in 1 D1 D2 D3. Андрографис мы можем давать в разведении материнская тинктура D1, D2, D1, D2, D3, D3. Yeah. And sometimes in 6CH. И иногда в разведении 6CH. Today we start with Azar Directa Indica. Сегодня мы продолжаем наши материнские тинктуры с препарата, который называется Azar Directa Indica. Azar Directa Indica. You all know this tree, neem tree. Neem. Это ним. Растение ним, наверное, знаете. In Srisailam ashram we have many trees. У нас несколько деревьев нима в ашраме, в Шрисайламе, вы их видели. In the proving of this remedy, it shows a combination of sulfur, arsenic album, china and lead pole. Когда проверяли этот препарат, он показал симптомы совместные. Sulfur. Сульфура, арсеникума альбума, lead pole, china. Хины и lead pole. Хина. In Russian it is not China, it is Hina. Externally it is well indicated also in burnt injuries, burns. Этот препарат тоже хорошо помогает при ожогах и при травмах, когда жгучие боли. You can, when you are applying externally, you can mix it with Echiranthus aspera. Когда мы его применяем наружно, мы его можем употреблять вместе ВИЧ и Echiranthus aspera. Remember, yesterday we discussed. Yesterday's. Вчера мы говорили об этом препарате. So almost specifically, we give this. When there is any burnt, just we ask them to put the tincture on the area. И когда обычно мы назначаем его, когда у человека ожог, для того, чтобы наружно применять. It also helps. Это также помогает. Он также помогает. In the treatment of skin disorders. В лечении проблем с кожей. Itching. Зуд. Burning. Жжение. And eruptions. И также, ой, господи, забыл слово. Eruptions. I forgot the name. Eruption. Ну, кто-нибудь посмотрите, пожалуйста. Нет? Ну ладно, хорошо. Eruption. Запишите, потом посмотрим. Экзема. При экземах. Псориазис. Псориазе. Eruption – это типа вот такое воспаленное высыпание. Also, this is indicated in malarial fevers. Также он его используют при малярийной лихорадке. Malaria, especially
when the fever onsets is at 11 a.m. and comes down at 11 p.m., then this is almost specifically. Особенно при тех лихорадках малярийных, которые начинаются как примерно к 11 утра и заканчиваются к 11 вечера. So when the aggravation is exactly at 11 a.m. and he feels better at 11 p.m. То есть когда обострение начинается где-то в 11 утра и заканчивается где-то к 11 вечера. Then this is almost this alone. Yeah, Azara Directa indicating 200 CH here. It will cure. Если мы видим такую картину, когда у нас вот такое вот обострение начинается к 11 утра, заканчивается к 11 вечера, тогда мы назначаем Азар Директа Индика в разведение 200 CH. The malaria will be completely cured. В случаях малярии. И тогда малярия пройдет. And if this modality is there and we do not give this remedy, and we keep on giving some China or something else, it will not come to normal. Ага. И надо сказать, что, ну, обычно при лечении малярийной лихорадки используют хину, но если вот такой вот такая картина, когда обострение начинается ровно в 11 утра, и мы будем давать хину и другие препараты от малярии, тогда они не помогут. Именно вот этот препарат показан при таких случаях. And it is useful in poisonous types of ulcers. Также он хорош при язвах, вызванных ядовитыми веществами. Both internally and externally, it acts well. Его можно применять как внутренне, так и внешне при таких язвах. Along with calendula, you can give it in injuries. Вместе с календулой мы его смешиваем и при таких при травмах даем. When there are cut injuries, calendula almost all acts specifically externally. Когда у нас несчастный случай с сильным порезом, тогда у нас календула специфическим препаратом является для лечения. If it is infected, we can make a combination of Azadirachta indica and calendula externally. А если она инфицированная, тогда мы можем смешать календулу с Azadirachta indica и лечить этой смесью. Календула is also antiseptic. Yes. But close together. Yeah, in calendula, when there is a cut injury, we generally apply calendula only. Mm-hmm. And when it is infected, mm-hmm. and when there is some pus, formation of pus or something, we can make a combination mm-hmm. of calendula and Azadirachta directa. В общем, да, обычно при порезах сильных мы используем только календулу, но если там инфицированная рана, тогда лучше смешать вот с Азадирachta directa indica. In bone injuries, it is indicated in bone injuries, bone. Bone. Bone injuries. Ага. Также она предписана при травмах, при повреждениях костей. Osteomyelitis. При остеомиелите. Osteomyelitis means inflammation of bone. А остеомиелит означает воспаление костей. Fracture not so much indicated, but if there is infection, it is indicated. Вопрос про переломы, и она-то ответила, что нет, при переломах нет, если не инфицированные. Больше при воспалениях костей. In fracture? In osteomyelitis. Symphytum is indicated. А при переломах спросил, что при переломах применяют? Symphytum. Symphytum. Generally, after we give some arnica or so, it is followed by Symphytum 6 every day, Symphytum in 6CH, so it helps in fusion of bones. Да, обычно мы же помним, что как при разных там
травмах мы даем арнику, если после арники основной дозы, мы будем давать симфитум в разведении 6 сеч, то гораздо быстрее все заживает. Every day, yes? Yes, every day. CH. In daily dose, yes. Mm-hmm. Within 3 or 4 weeks, there will be... И за 3-4 недели тогда все заживет. I have a question. In osteomyelitis, how to use this? Yeah, I'm going to tell you. In osteomyelitis, sometimes there will be inflammation in a part where there is a infection and the whole area becomes red and infected. При остеомиелитах я спросила, как он говорит, что при воспалениях костей иногда бывает так, что наружу выходит вот признак этого воспаления, вся область становится красной. There will be little opening at the end, on the skin surface. И будет небольшие открытые участки на поверхности кожи. It is of two types. In some cases, there will be a little small wound, and it will not, if it is not cured properly, then it goes deep and touches the bone, then they get osteomyelitis in some cases. Я неправильно перевела. Наоборот, если у нас, значит, какое-то повреждение, небольшая ранка на коже, и она начинает вся разрастаться, краснеть, вся область начинает краснеть, и тогда, если там что-то попадает туда, иногда это воспаление доходит до кости, и тогда начинается остеомиелит, начинается воспаление кости. In lycopodium, Kent says, the wound will be so small on the surface, but if you put a small sting or hair-like thread, if you push it inside, it goes deep into the leg and it touches the bone. Mm-hmm. So deep the ulcer will be. In lycopodium. Yeah, but on the surface it is very small. Также свойственно лейкоподиуму, когда он наверху, снаружи, у нас крохотная ранка. Но если мы туда каким-нибудь зондом начнем проходить, то мы обнаружим, что очень-очень глубокая рана, уходящая бог знает куда. And if you only see the surface, we will be mistaken that it will go off. Если мы будем смотреть только на поверхности, как она выглядит, то мы впадем в заблуждение. It is lycopodium. Yes. Да, это пациент лейкоподиум. Then in such cases there will be inflammation, burning and pain on that area. И в таких случаях начинается воспаление и жжение в этой части и боли. Then we make a combination of Azar directa, Acheranthus aspera, Calendula. Тогда мы делаем смесь из Azar directa индика, second which? Acheranthus. Acheranthus aspera. Acheranthus aspera. Yesterday we have discussed it. Calendula. И календулы. And Echinacea. Echinacea. So all these four mother tinctures. Все в форме материнской тинктуры. In equal quantity we mix them. В одинаковых пропорциях. And then we ask him to apply. Смешиваем и просим его наносить на рану. Internally we will give the medicine. Externally, it prevents so much suffering, burning, sting. Internally we are giving what? We are giving the constitutional remedy. А внутрь мы даем конституциональный препарат при этом. Externally, this combination reduces the pain. А внешне применяем смесь этих четырех настоек для того, чтобы уменьшить боли. But in skin complaints, we should be very careful. Но каждый раз, когда у нас есть проблемы с кожей, мы должны быть очень осторожны. We should avoid suppression. Мы должны лечить, не подавляя, избегать подавления. Only when the suffering is too much. Только если очень сильно болит, очень сильное страдание вызывает рана. And is unbearable. И эти страдания невозможно выносить. Then only to aid the patient to bring the sufferings down, we have to use external applications. И только в этих случаях мы тогда вот применяем эти вещи для того, чтобы уменьшить боли. For example, if you have given sulfur, например, если мы дали человеку сульфур, he has a betterment in the mental condition, и у него хорошее ментальное состояние, behavior, хорошее поведение, habits,
хорошие and then he got the привычки. Complaints on the skin. И у него появляются жалобы на кожу. Then на кожное высыпание какие-нибудь. Then your treatment is on right way. Это значит, что мы очень правильно лечим человека. In such cases, only if it is needed, if the patient is suffering too much and it is danger. В таких случаях мы можем применять что-то наружно, типа вот этих материнских тинктур, только в том случае, если человек очень сильно страдает. Then you have to не может выносить эти страдания. Только externally. Тогда мы их применяем наружно. Only if he has only itching, you should not give. Only little bit of itching, you should not give anything. Если, например, у него неутолимый зуд, который его очень мучает, тогда вот только мы можем применять такие вещи. А если у него чуть-чуть там чешется, мы не должны ничего применять. Должно все само проходить. And this combination what we have discussed, we will also apply it when there is amputation in diabetic foot or somewhere there will be amputation of. Эту же смесь из четырех препаратов в материнском разведении мы применяем в случаях ампутации конечности при диабете. Потому что при диабете часто происходит ампутация, на продвинутых стадиях диабета. In gangrene also, if they remove the part little bit. Также при гангрене, если отнятая часть тела. Then for quick healing we will apply this externally. То для заживления раны мы используем смесь этих четырех. Because generally they go on cutting the black area on the ulcer. They say that this is slough. We should not put it because it will be infected. But sometimes if we go on cutting, it will never cure. If we leave it and prevent infection, then there will be healing from inside, and the outer portion will peel off by itself. We have seen many cases. I didn't get the idea. So when the part is taken, mm-hmm. Generally they will go on cutting the slough, which is from slough means. This is when there is an amputation, uh-huh. And when the ulcer is still raw means there is no healing. Mm. On the surface, the skin will be turned to black color. Да, в общем, если уже конечность отняли, но там еще все присутствует рана, и она никак не заживает, язва, и она никак не заживает, и она постепенно начинает чернеть область, это значит, продолжается процесс вот этой отмирания ткани. And they keep on cutting it. И, обычно хирурги в этом случае отнимают все, дальше, как бы убирают. Instead of cutting, вместо того, чтобы отрезать очередную часть ноги, если мы будем использовать вот эту вот, by using such combination, вот эту смесь из четырех we can prevent the further infection. Мы можем предупредить распространение инфекции. And the patient will heal better. И человек лучше выздоровеет. After the wound is healed, this slough around it will peel off by itself only. Uh-huh. There is no need of cutting. В общем, Арджун говорит, что слав это спучивание. В общем, после того, как инфекция там полностью устранится, это вот это вот нарушение ткани после операции, оно пройдет само. Also, when there is internal burning, также если есть внутреннее жжение, sometimes we will give azadirachta internally. Mother tincture. Если внутри человек чувствует жжение, тогда можно дать азадирахта индика внутрь. Because sometimes there will be no injury, but there will be severe burning. Потому что иногда на поверхности все нормально, ничего нет, а внутри чувствуется сильное жжение. In such conditions, it acts well. В таких случаях этот препарат действует хорошо.
Adonis vernalis. Следующий препарат Adonis vernalis. Generally we call it as Adonis ver. Обычно мы его называем Adonis ver. Indicated in liver complaints. Его применяют при при жалобах на печень. The urine output will be decreased. In this liver complaints. Yeah. In this separate symptoms. No, in symptoms. Generally. In general. So such a picture. Значит, жалобы на печень, уменьшение количества мочи. This is indicated in liver ailments, kidney ailments, kidneys. То есть это этот препарат показан при болезнях печени, при болезнях почек. Here the patient will become very weak, emaciated with dyspnea. After affections. Этот человек обычно выглядит очень, ну в смысле, он чувствует себя очень слабым, он худеет, и у него начинается одышка. Dyspnea because of tiredness, because of weakness. Yeah. After infections of liver or kidney, the patient becomes much weak. После печёночных или почечных инфекций человек становится очень слабым, худеет сильно, у него puffy. Одышка из-за слабости. Puffy. Одутловатым. So here sometimes in severe cases we make a combination of Adonis. В очень сложных случаях мы делаем комбинацию Adonis. Borrelia. Адонис смешиваем с препаратом, который называется Borrelia diffusa. Не знаю, как читается. Borrelia diffusa. Пишется B-O-E-R-H-A. Borrelia diffusa. Borrelia diffusa. Tribulus terrestris. И с препаратом Tribulus terrestris. Что-то знакомое. Tribulus terrestris. We will mix it in mother tinctures in equal quantities. Делаем смесь из этих трех материнских тинктур в равных количествах. And we will give twice or thrice a day. И будем давать два или три раза в день. The urine output will be re-established, and the puffiness will come down, dyspnea will come down. И тогда, если мы будем давать каждый день 2-3 раза смеси этих материнских тинктур, у человека начинает нормально отделяться моча, уходят отеки, отечность, и прибывают силы, уходит одышка. We have given this recently to my auntie in my house. Недавно дома давали моей тетушке вот эти вот препараты. So she had an acute attack of problem of kidneys. А у нее было острое состояние с почками. I remember it was last year. Yes, last year. Yeah. So we have given this every day twice. Мы давали дважды, ежедневно давали дважды в день вот смесь вот этих материнских. Slowly after three or four months she was much better. И после 2-3 месяцев лечения такого ей стало намного лучше. All her puffiness came down. Одутловатость ушла. Urine output re-established. И нормально стала отделяться моча. And now she is doing her work in house. She's doing her routine. Сейчас она нормально ведет жизнь, по дому работает. В общем, все нормально. Terrestris, T-E-R-R-E-S, T-R-I-S.
tribulus terrestris. In Borhevia. In в препарате Borhevia. There is a peculiarity. Есть один специальный симптом. The urine output will be normal, but still there will be puffiness of the body. Он заключается в том, что нормально отделяется моча, нормальное количество мочи выходит из человека, но тем не менее остается отек, одутловатость. The swelling is on, even though when the urine output is normal. Несмотря на то, что моча нормально уходит, отек остается. In which condition we can see it? In heart conditions. No? No. In heart conditions, there will be puffiness of only face, not whole. Only face. Only face. Legs. Foot. Feet. No, output of urine is normal. Спрашивает она, значит, нам говорили уже, когда моча хорошо отделяется, а отеки остаются. Yes, swelling of foot is also there. But here, in cases of elephantiasis, filariasis. You know filariasis? No, we don't have this. При филерии такое состояние у людей. Филерия – это разновидность лихорадки. У нас не бывает. In cardiac conditions also, this we will use when there is puffiness and the urine output is normal. Ну да, и при сердечных состояниях тоже. При сердечных состояниях они тоже характеризуются тем, что моча хорошо отделяется, остается отек лица и отек стоп. Нет, это Борхерия. Борхерия. Беллис Пернис. Следующий препарат Беллис Перенис. We call it Беллис Пер. Мы его называем обычно Беллис Пер. Беллис Перенис. Indicated in contusions. Contusions. Injuries when there is no external wound. Injuries where there is no external wound. They are called contusions. Я забыла это слово. В общем, его применяют при таких травмах, когда внешних повреждений нет, а внутреннее внутри что-то повреждено. Yes. Yes, can. Contusion. I know. При контузиях. It is not confusion. Yeah, I couldn't hear. При контузиях. If you do not understand, then it is confusion. If you understand, yes, it is confusion. Yes, it was confusion. So contusions, when there are accidents or twisting of legs, sometimes there is misstep. We miss the step and we have swelling and pain. Sprain. Да. Ну то есть при контузиях, при растяжениях, которые, если там неловко наступил и там что-то внутри нарушилось, снаружи все нормально. In conditions, such conditions, when arnica is given in potency. Then to support it, we can give this Беллис Пер mother tincture internally. В таких случаях мы обычно даем арнику в каком-то повыше разведении. Если сопутствует этому лечение Беллис Перенис материнской тинктуры, тогда это лучше. It is internally. Yes. Because also internally. Also internally. Yeah, not externally. Externally, we don't. Externally, there is no use if you apply Беллис Пер on that part. Yeah. Only you have to give internally. Yeah. То есть в этом случае материнское разведение мы даем внутрь, потому что снаружи же у нас нет никаких поражений. Хорошо. Хорошо.
Here there is a difference between arnica and belispar in expression of pain. У арники и белиспер есть разница в выражении боли.